I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? What do I gotta do to make you love me? Gotta do to make you care. What do I do when lightning strikes me? And I'm where to fight, but you're not there. What do I gotta do to make you want me? What am I gonna do to be here? What if I say we need some lover? Search seems to be hard as well. You say so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk another? Oh, it seems to me, sorry, seems to be the hardest word. What I gotta do to make you want me? What do I gotta do to be her? What do I say when it's all over? But sorry seems to be the hardest word. He said so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk enough? Oh, it seems to me, but sorry seems to be the hardest word. What am I gonna do to make you want me? What am I gonna do to be her? What do I say when it's all over? What am I gonna do? What am I gonna do? Sorry seems to be hardest word. Thank you, ladies and gents. Сэр Элтон Джон, я вам даже больше скажу, у Элтона Джона титул «Рыцарь». Вот так на минуточку выглядят рыцари в 21 веке. Ну что же, давайте попробуем отгадать, кто нам представил этого особенного человека. Лена. Вы знаете, я всегда хотела знать, а как Доминика на самом деле зовут по-настоящему. Ага. То есть это Доминик Джокер? Да. Утолите мое любопытство. А, я Александр Доминик Бреславский. Как? Александр Доминик Бреславский. Это двойное имя у тебя? Или тройное? Нет, двойное. Бреславский — это фамилия. Все-таки у вас настоящее имя. Ну да, это день святого, который крестили. Тогда просто Доминик. Все. Ну, да, у меня вопрос. Мама называет Домиником, бабушка Сашей. В честь него целая республика названа.
Лен, ну теперь, когда у тебя такая, так сказать, развернутая информация и о человеке, который представил нам сэра Элтона, то почему бы тебе не продолжить? Я сидела и балдела, я слушала, как человек поет. И одну из моих самых любимых песен. Мне очень было хорошо, приятно. Я ставлю 5 за великую Спасибо. Музыку. Ну, если говорить, что меня что-то прям сильно так ломало, да нет, потому что я все равно наслаждалась музыкой. Вот такой отвратительный журист. Тем не менее, 1 есть. Поздравляем тебя. Максим Аверин. Как хорошо, что ты участвуешь в этом шоу. Объясню, почему. После первой программы, где блестяще ты сделал Жукова... Сережу Жукова. Да, Сережу Жукова. И на второй программе я подумал, черт возьми, а вдруг... Ну, знаешь... И вот он потолок. Я сейчас говорю про именно то, что как бы это же не твоя профессия, а артист или воплощение, правильно? Но сегодняшняя программа, она меня вернула снова к тому, что это очень здорово, что ты взял именно этот сложнейший образ Элтона Джона. Тем более с такой потрясающей песней, которую, конечно, все любят очень. Вот, поэтому я очень рад этому сегодняшнему твоему перевоплощению и ставлю 5. Спасибо тебе большое. Леонид Сакч. Номер замечательный, и, безусловно, это визитная карточка Элтона Джона. Но я не мог расстаться с ощущением, что эту песню, эту визитную карточку нам представляет Доминик Джокер. У меня не было ощущения, что это Элтон Джон. И потом, действительно, Макс прав, все-таки у нас происходит соревнование. Поэтому для того, чтобы были какие-нибудь разницы в очках и в том, чтобы провоцировать на новые успехи, я в этот раз поставлю 4. Максим Галкин. Мне кажется, что Доминик Джокер, исполняющий Элтона Джона, это как Алена Свиридова, исполняющая Ани Ленокс. То есть, мне кажется, это вообще не на сопротивление, это наоборот его. И я от Доминика недополучил Элтона. Это совершенно определенно. Здесь не было полной идентичности, поэтому 4, Доминик. Хорошо, спасибо большое. Все-таки спасибо. У Элтона Джона более открытый звук, более длинные ноты в конце. Не я такие. Прошу прощения, да. Я не имею права спорить с высочайшим жюри, но это конкретное задание, это Madison Square Garden. А, то есть, это именно конкретное задание спел, песни да. на Франции. Ну, да. хорошо. Нет, все. Есть все-таки какое-то спасибо. Облако воспоминаний про Элтона. Может, энергетики нет. Может, возможно. Ты слишком свинговал, я не знаю, джазовал. Все равно я настаиваю, что тебе надо как-то бороться со своей музыкальностью. Ты такой музыкальный черт, что ты это не можешь никуда запрятать. То есть я понимаю, что Элтон Джон такой же, но у тебя больше вот этого. Я не знаю, как это назвать. Что это? Вот, как это сказать? Темные электромагнитные силы. Да. 4. Спасибо. Итого, у Элтона Джона в нашей программе 2 и 2. Это был Доминик Джокер. Спасибо тебе большое. Присаживайся, пожалуйста. Напоминаю, дорогие друзья, что в конце нашей программы обязательно появится третейский судья. Давайте его дождемся. Он озвучит свои оценки. Be hard as word.